Вы знаете, трудно даже предсказать. Вот когда Блаттера переизбрали, я был уверен на процентов 80-90, что чемпионат мира состоится. Нам еще год продержаться, потому что в 2017 году будет чемпионат конфедерации, по-моему, называется. Это где играют бывшие чемпионы мира. Ну, те, кто страны, где сборные, которые были чемпионами мира. Вот. Я был почти уверен, что он состоится. Сейчас, когда Блаттер, вчера он подал в отставку, наверное, надеюсь, вы знаете. Вот. Мне кажется, он, скорее всего, не по своей воле подал в отставку. На него надавили, скорее всего, американцы, потому что арестовали его заместителя, и тот, видно, что-то ляпнул про него, про Блаттера. И ему поставили вот условие, что если ты не подашь в отставку, мол, мы это все озвучим. Вот. И, скорее всего, надавили, и он был вынужден подать в отставку. Что будет, ну, трудно предсказать. Англичане, вот министр там футбола говорит, что мы сейчас можем пересмотреть чемпионат мира, где будет проходить в 2018-2022 году. Вот другие там, вроде бы, англичане, министерство, по-моему, спорта, говорит, что мы не будем там вредить, что ли, а делать бойкот, так же, как и министр футбола Германии тоже, мы не будем объявлять России бойкот. Вот. Поэтому многие понимают, что времени не так много осталось, и подготовиться уже сложно, но тем не менее можно. Вот. Поэтому предсказать невозможно. Я считаю 50 на 50. Но будем надеяться, что он состоится и будет самым лучшим чемпионатом мира за всю историю его по футболу.